Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о периодах влияния. Следующий период – это второй период влияния отца, с 18 до 21 года. Это время, когда отец снова выходит на первое место. Происходит это потому, что, как я говорю, у детей появляется мозг, и они начинают понимать, что субкультуры, тусовки, группировки, движения, компании не определяют их как личности. Они начинают понимать, что их ценность может быть понята и принята исключительно их родителями, потому что это единственные люди, которые их по-настоящему любят. И вот здесь появляется потребность уже не в руководстве, я бы даже сказал, не в направлении, а в совете, в поддержке, в определенной такой тонкой мотивации, когда мы пытаемся не навязывать собственную точку зрения, а показывать, куда и как лучше было бы двигаться. В этот момент мы с вами пожинаем плоды того, что мы бы понасеяли вот в период влияния улицы. Наши дети проходят периоды бунта, наши дети проходят периоды непонимания, у нас начинают потихонечку портиться отношения. И в этот момент важно было сохранить отношения, чтобы когда до них дойдет, когда они поймут, что родители все-таки это главные люди в их жизни, чтобы они пришли к нам. Когда придет разочарование в друзьях, в выбранной профессии, в неправильном выборе там чего-то, спутника, спутницы и так далее, чтобы они пришли за советом к нам, а не начали искать эти советы на стороне. Поздно будет спасать людей из лап всевозможных мошенников, культов, сект и так далее. Если они туда попали, они попали туда по нашей вине. Мы не сохранили отношения. Мы свое понимание мира поставили выше любви. Это мы были равнодушны, это мы поступали неправильно. Не стоит винить их. Я думаю, что если мы не хотим, чтобы наши дети искали совета на стороне, нам нужно сохранять отношения тогда, когда это сделать трудно. Приложите, пожалуйста, максимальные усилия к тому, чтобы в период влияния сверстников, в период, когда они будут поступать совершенно не так, как вам нравится, или даже так, как правильно, вы прежде всего сохраняли с ними отношения. И тогда они придут к вам. Они не будут искать других наставников.